Всем привет, друзья, с вами Владимир, канал Гильдии Геймеров, и сегодня мы смотрим, что за новая онлайн-игрушка под названием «Звездные войны. Старая Республика». Короче, да, игрушка онлайн, правда, она на английском. Нам нужно, значит, здесь выбрать, короче, фэкшн какой-то, фракцию, что ли. Ну, давай, может быть, тут Аус Лонс что-то. Типа вы что-то Галактическая Республика и Сикхи The Galaxy. Давай вот здесь попробуем выбрать характер. Можно выбрать Сикхийскую Империю или Старую Республику. Давай будем за сикхов или за республиканцев. Или за сикхов. Ну, хер знает. Давай вот за этих, за джедаев, короче. А, гвардия джедаев, в общем-то. Так, рыцари джедаев. Такие вот чуваки и какие-то такие. А, они типа разные, что ли? Ну-ка. Я не хочу с рогами. Давайте вот этих хотя бы. Так, давай теперь следующее. Киборги. Ух ты, нихрена. Ну-ка. Люди или киборги? Давай киборги. Так, за мужика или за женщину? Yeah, давай за мужика. А почему ты черный? Ого. Хэт. А почему он чернокожий, в общем-то? Давай такой. Комплекция. Волосы. Пускай будет такой. А, ну вот, пускай будет белокожий. А то алё, чё за фигня? У меня будет белокожий киборг. Нет, какой чересчур толстый. Пускай будет такой вот. Цвет глаз, ну тут уже, наверное, неважный. Кибернетика, ну-ка. А, ну типа раз... Чего? Кибернетика... А, ну вот сюда типа кибернетика. Ну-ка, повернись. Так, skin color, hair color. Так, давай. А, name, окей. Сейчас, погоди. Name, ну как обычно у нас. Мастер Амунсо. Да, посмотрим, что за фигня здесь. Ни хрена себе. Вроде работает не микрофон. Да. Типа, длинное что-то время в галактике. Ну, мы помним там. Да, ну да, конечно. А можно это пропустить, пожалуйста, спасибо. Сейчас там набежит авторское право. Welcome to Tython, Padawan. Everyone at the temple is looking forward to meeting you. Your former masters praise your combat skills. They say you're becoming an expert duelist. I'm sorry, I don't think we've been introduced. Sorry, Darren Weller, watchman of the training grounds. I greet new arrivals, show them around.
The Jedi Council will assign you a new master to oversee your final trials. You'll be tested in ways you can't imagine. But when you leave Tython, you'll know what it means to be a Jedi Knight. More importantly, you'll know yourself. I'm eager to face these trials. Where do I start? There's a speeder here that will take you to... Hang on. I'm getting an emergency signal. Flesh Raiders? Armed with blasters? He must be mistaken. Mistaken or not, that Padawan is under attack. They've never come this close before. Flesh Raiders are a species of hostile natives. They're smart enough to use tools and violent beyond reason. I'm sending every able-bodied Jedi down to the Padawan training grounds right away. Especially you. Just point the way. I'll handle the rest. Take the speeder outside to the training grounds, push back the Flesh Raiders, and find out if they're really using advanced weapons. Go. I'll catch up with you after I alert the Jedi Council. May the Force be with you. Так, давай-ка-то... Ага, что нам тут надо сделать теперь и куда нам теперь? Go, I call you after alert the Jedi Council. Maybe Force will be with you. Типа, иди к джедайскому консулу, что ли. А где джедайский консул? Джедайский консул. С тобой можно поговорить? А, это, короче, он может нам продать что-нибудь. Так, ладно. Я понял. Нам нужно пойти к какому-то джедайскому консулу. А вы меня про... Может быть, это вот к этому надо пойти? Погоди-ка, вот, смотри, ты чё. А вы кто такие? Дроид... Что-то они не нажимаются никак. Это, наверное, магазин какой-то. Ну-ка, ладно. Может, здесь джедайский консул? Нажимайтесь. Что-то нет, не нажимается. Ладно. Вот это что? Тоже ничего не нажимается. Джедайский консул нам нужен. Ты джедайский консул? Нет, они не джедайские консулы. Может, вот эти? Мастер Бен какой-то. А я могу с тобой поговорить? А вот с этим... Матары какая-то. Может, вот этот джедайский консул? Так, погоди, а куда мне вообще надо? У меня тут карта есть. Так, это у нас дроид. Мастер Ридхерт. У меня там карта вон внизу. Давай поглядим, куда мне. Так, тут закрыт. Теперь... А может быть к этому чуваку? Что-то он не нажимается никак. Знак вопроса, ну-ка. Так, плюс один. Чего? Other place you can cheat, grow important added to your screen. Что-то. Может быть, вот здесь на что-то надо нажать? Jedi Guardian, типа... Джедийская гвардия. Что надо делать? Элита, милиция. Так, у нас там два письма есть. Погоди, два письма. Open Missing Log. Так, ага. Take speeder to the Gnarls. А, получить спидер у Гнарлса. Короче, нам нужно у какого-то... Какой-то спидер получить. Может быть, это нужно где-то здесь получить спидер? Погоди-ка. Или вон там спидер можно получить. Можно у тебя спидер получить, нет? Может быть, надо у таксиста получить спидер? Погоди, там вон такси какие-то есть. Сейчас посмотрим, все, не боись, все будет нормально. Я просто еще не разобрался, как тут чигать, тут тем более на английском языке.
Может, у тебя можно спидер получить, нет? Это вообще какой-то нонеймский. Наверное, вот у этого можно. Вот, мастер ретрет такси. Может, у него можно спидер получить? А, вот, смотри-ка. Так, а куда мне надо? А, 10 баксов. 0 баксов. Наверное, вот сюда надо. А, вот, смотри-ка. Нехило. Я даже могу им управлять, нет? А, смотри-ка, могу. Или не могу? Не, не могу просто. Ага, куда-то мы долетели. А, так, Чарльз. Мне тут... Так, погоди. Давай посмотрим. А, Defeat Fresh Raiders от 0 до 10, короче, надо убить. Так, спидер. Куда мне? А, ну это просто таксист. Теперь мне надо убить кого-то. А, вот здесь надо над кого-то убить. А, вон они, рейдеры. Понятно. Так, погоди, а как их убивать? Слышь, пацаны, как активировать эту фигню? Бля, не умею пока. Мне надо как-то включить вот свой меч. Ну-ка. Target non-empty. У меня, может, какая-то у меня ученическая херня. Может, надо куда-то зайти? Может, с ней можно поговорить? Видимо, нет пока. Может, с ней поговорить? А чё это? Спринт, типа. Так, понятно. Это можно, наверное, купить, да? Да всё. Как активировать мой меч? Это открывается? Пока, видимо, нет. Ты кто такой? А ты? Вендор. Так, а, ну это не то. Там он какой-то вообще голый бегает, чувак. Так, давайте-ка посмотрим, как нам активировать... А, погоди, может, вот это можно активировать? Может, на единичку нажать как-то? На единичку, может, и на Ctrl? Да, бля, как она открывается? Нет цели, говорит. Вот я нажму на нее, что-то нет цели. Как мне активировать вот эту херь? Так, это какой-то корабль. Это у нас что-то не то. Соло. А, может, это все-таки способности? А, это способности, погоди. Так, корабли, понятно, 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 понятно. Контент. Так, инвентарь. А, на единичку, погоди-ка, во. Это не то. Это у нас аптечка. Вот сражение. А, ну это сражения космические.
Как мне обнажить-то мой клинок? Я так и не понял. Так, это не то. Что-то здесь много всяких... всякого всего. Погоди, что такое? Милиция. Пассивные, так, гвардия. Так. А, вот как, погоди-ка. Обнажили. А как теперь сражаться-то? Бля, меня мажут. Да бля, почему ты не поворачиваешься? Ой, какое неудобное управление. Ой, ебануться вообще. Беги, а можешь ты убежать отсюда? Что это, блядь, такое за хуета? Ну, теперь может. Не понял. Достань эту поеботу свою. Как, блядь, сражаться-то? Рейтинг 6. Ага, так, погоди, что такое? Это, короче, блейд, это клинок какой-то. Ой, блядь, ебанутое управление. И хер ли ты сел? Блядь, пока допрешь, как сражаться-то, блин. Может, на Т? Нет. На R? Нет. На Shift? Нет. Так, прыгать. Так, это у нас про гильдии. Бля, вот это вот постоянно вот хуета, это непонятное. Понятно, понятно, понятно. Это мы все потом допрем. Как, блядь, сражаться-то? Можно на троечку нажать что-то. Как, блядь, мечом махать-то? Неясно вообще, как мечом махать. Там какие-то руины, давай туда сходим. Вон там цели еще. Здрасте. Чё? Ой, блядь, какое ебанутое управление. Пиздец вообще. На единицу, короче, когда... На единицу нужно сжать, и он тогда сражается. Ой, пиздец вообще. Вот ведь придумали. Ты злой, добрый? Вроде нет, вроде добрый. Достань, пойдем вот этих сейчас рейдеров помочим. Вон они там еще. А предметы можно подбирать? Вроде нет. Короче, на единицу жмешь и сражаешься. Бля, эта хуйня, короче, заканчивается. Смотри. Она еще должна восполниться, оказывается. Они идут за мной. На трешку. Есть, готов. Ага.
Пиздец, блядь. Так, ладно, окей, понятно. Где у нас еще противники? Вон они еще противники. Бля, уже завалили. Как так-то? Ну, хоть разобрались. Я-то вообще ни сном, ни духом. Давай миссию завершим. Вот этих давай рейдеров сейчас замочим. Здрасте, пацаны. Валей его. Видал, какой мощный подаван. Вообще, блин. А взять-то можно здесь что-нибудь? Погоди, здесь, кажется, можно взять. А, кредиты можно взять. Нихуя себе. У них, оказывается, это самое. Там мне кто-то лайкает, короче, ВКонтакте. Я не закрыл контакт. Погоди-ка, вот эти вот штуки, это, оказывается, что-то там лежит. Можно бабла набрать. Погоди. А ну харе, бля. Я сейчас тут спецударом тебя завалю. Так или нет? Да ну в смысле, а почему ты не можешь его валить-то? Блин, беги давай. Какое ебанутское... Ой, как вас много-то здесь. А в чем дело-то? Бля, их много, смотри-ка как. Ай, сейчас убьет меня, отстаньте. Сволочи. Ага. И что это значит? Ох ты, нихуя ж себе. Меня завалили. Call Medicon Phone Return to Medcenter. Ага. Можно восстановиться в медцентре. Понятно. Вот оно, оказывается, как сражаться нужно. Нужно выбирать единичку, двойку или тройку. Вот, для того, чтобы применять какие-то спецудары. Достань свой меч, будем снова тренироваться. А чё, спецудары-то не появляются снова? Чего? You're unharmed. Good. Flesh Raider shot me in the leg while I was rescuing some Padawans. Don't know where these things got blasters, but I know how to use them. Been evacuated to a med center, but the fighting isn't over. Так, I'll stand my ground. Но это нажмем. Whatever it takes. We need to stop them at the source. Another Padawan found a cave tunnel the Flesh Raiders used to enter this valley. I need you at that tunnel, making sure the Flesh Raiders don't get any more reinforcements through it. Давай сюда нажмем. We need to end this conflict before anyone else gets hurt. Find the tunnel along the mountain range. May the force be with you. Так, чё надо сделать снова теперь? Давай на троечку, может, нажмем. На тебе. Погоди, вот у меня появилась единица. Валей его вообще. На тебе. На. Отлично. Тут появились какой-то лут появился. Стопэ. А как его забрать? А как лут-то забрать? Эй. Вот. Какой-то чип. Ну-ка, возьмем все. Я не знаю, что здесь брать или не брать. Да ну харе! На тебе. Готов. Так, возьмем все. А это? Так, тут что-то... Они еще исчезать могут. Ага. А этот? Этот тоже сквозь землю проваливается. Такая вот интересная игрушка, короче. Давай вот этих еще завалим. Здрасте, пацаны. Давай, вали его. Да ну в смысле, а почему я не могу обороняться-то? Отходим. Тактическое отступление.
Так, погоди, давай это уберем. Убери ты. Чё это, блядь, такой за знак вопроса опять? Инвентарь, это мы все понятно, это мы все поняли. А, так, ага, ну понятно. Понятно, и ничего нихуя не понятно. А у нас, короче, мы теперь, значит, этот стражник-джедай. Во. Так, почему у меня... out of range, move closer. Чего? Out of range. Может, мне надо какой-то уровень добавить? Погоди-ка. А, вот тут, смотри, у меня уровень 2 уже. Так, это корабли. Чё это? Флешпоинт какие-то. А у нас... Так, а у нас какие-то... Какие-то вещи у нас добавились. Давай посмотрим, чё это. Так, это у нас какие-то ботинки. Какие-то медитационные какие-то штуки. Погоди-ка. На Б. Нет, у нас тут где-то наш был этот чувак. На какую кнопку надо нажать-то? А, вот, на С. Да, попробуем поменять ботинки, может. Опа, нифига себе, поменяли. А, какая-то медитационная какая-то фигня. Что-то никуда не кладется. Так, а как уровень добавить? Что это? Это не ясно. Но это понятно, купить что-то за деньги. Отстаньте. Да, вставай давай. Так, давай посмотрим, может быть, сообщения какие? Что надо делать? Open mission log. Secure the guards cavern. Такс. Защитите Гнарлс каверну какую-то. Уровень 2. А может, мне уже и не надо никого убивать? Я думаю, что и не надо, смотри-ка. Я думаю, нам надо куда-то в другое место идти. Так, давай карту откроем. Погоди-ка. Так, куда мне... А, вот куда-то сюда надо. Смотри, нам надо вообще в какое-то другое место. А как я буду обороняться? Нам надо проследовать в какое-то другое место. Вот, куда мы и идем. Говорит, доберись туда. Ага. Ладно, ну, в принципе, на английском, но что-то вот понятно и непонятно. Я же говорю, вижу, что тут что-то как-то... Я думаю, что это миссия какая-то по обучению. Наверное, вот сюда, что ли? Там какой-то большой магистр Йода установлен. Ага, вот, смотри, у нас появились. Типа как... Как обороняться, что ли, можно от этих тварей. На тебя! На! На, готов! Успокойся, блин! Чего? А чё он не включается? Вот так вот. Готов. Готов, угандошил его. Так, погоди. Есть что? А у этого есть что? Погоди-ка. А нет, ничего. Что это? Fresh Raider Scout. А, ну это скауты. Так, но нам нужно добраться, в общем-то, до какой-то... До чего-то. До куда-то.
У нас, кстати, здоровье восстанавливается. Куда мне надо? Вот куда-то туда прямо надо добраться. И он почему-то не может быстрее бежать. Блин, кто там все лайкает? Мне надо выключать ВКонтакте. Отвалите! Я иду к своей цели, уйдите нахер. Да отстань нахер. Ой, как вас много. Че, суд что ли? Харе ссать, блин. У меня вообще с ними сражаться-то как-то не особо охота. Ах, вы гады такие, а. Сюда, что ли? Да, смотри, вот сюда. Чего? Ага. Надо, короче, сначала оружие снять. Так, да... смотри, там их много. Ну-ка, так, Glow Red, by the green entrance barrier. Green, you can enter rare, red, you can... Ага, типа, если зеленые области, значит, не можешь войти, а если красные, то можешь, понятно. Здрасте, товарищи. А вот тебе. А есть что полезного? Чё-то как-то нету. А грибы, может, грибы можно взять? Чё-то нельзя. Стапая! А чё это у меня красным снова? А как я буду с ними сражаться? Блять, эти знаки вопроса заёбывают. Ну я понял, что уже зеленый, красный и... Ага, вот, смотри. Готов. Мочи, давай. Херачь его. Ага. Опаньки, у него что-то есть. Так, 7 кредитов и какая-то вибра... Ага, какой-то щит, короче. Ну-ка, погоди-ка. Вибра-щит какой-то. Так, на C у нас вот это вот. Так, куда это? Типа, этот предмет нельзя использовать. А, ну можно его продать, короче, понятно. Я подумал, это какая-то вещь интересная. А тут, оказывается, нельзя его использовать. Разберемся. Ничего страшного. Поначалу, короче, с английским будет проблема у нас. Готов. Опа, у него там деньги есть. Так, давай, посмотрим. А виброщит, какой-то, какая-то штука. И деньги. Давай все заберем. Тут даже лут есть. Погоди-ка, давай посмотрим, что это. А, это накидка. А, значит, 10. А это у нас 7. А, смотри, классно. Это у нас броня. Броня. Так, тут много кого-то. Короче, давай-ка мы закончим Attack the Fresh Raiders. Давай-ка мы закончим с этой пещерой пока что. Вот, на первом... первой серии это хорошее у нас, я думаю, получилось. Там еще кое-что вырежу. Вот, ну, игрушка можно играть. Вот. Может даже играть от первого лица. Но игрушка что-то не очень удобная, но, в принципе, терпимая. В общем, подписывайся на канал, ставь лайк, вставляй комментарии. С тобой был Владимир, канал Гильдии Геймеров. И у нас, короче, Звездные войны, Старая Республика. Вот, игрушка онлайновая. Всем пока.